УАО РЖД и Одинцовский отдел ГИБДД информируют: с 22.00 18 февраля до 7 утра 19 февраля в связи с проведением ремонтных работ будет частично перекрыто движение автомобильного транспорта через железнодорожный переезд на 42-м километре перегона Одинцово-Голицыно на Петровском шоссе. Движение будет осуществляться в реверсивном режиме. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.